все-таки доведу этот гребаный проект до конца, этот гиф до конца, и потом, если что-нибудь со мной случится, и меня вдруг не станет, прошу винить Карину Юрчкову, Ксению Гарсию, а по-настоящему Иванову в том, что они довели меня до суицидного состояния своей травлей, своей грязью, своим дерьмом, которое они меня поливают, той клеветой. Я надеюсь, что вы успокоитесь, дамочки, будете жить счастливо в своем болоте.